Ну что, я думаю, что будем продолжать. Прошу садиться. Значит, в «Гнезде глухаря» обычно существует традиция, что вот такие всякие аксакалы имеют возможность презентовать, представить других авторов, у которых тут предстоят концерты, с тем, чтобы могли определиться, стоит на них ходить или не стоит ходить. И вот, значит, я с удовольствием хочу представить вам, правда, уже не очень такого молодого автора, то есть он еще молодой, но и уже достаточно известный автор. Вот это мой друг, я не преувеличиваю этого слова, так оно и есть. Один из самых интересных авторов, тем более, что он в военной секции всегда был и руководил ею, он полковник генерального штаба Михаил Калинкин. Он сейчас стоит в репите и скажет, когда можно прийти на его концерт. Правильно, Миша? Пожалуйста. А то по моей заявке.